Добрый день! Меня зовут Хасана Варушинья. Я пришла сегодня, 16 мая, на мирный митинг. Узнала я по ссылке из WhatsApp. Ну, как видите, здесь народа немного. Почему я сюда пришла? Я хочу выразить свою гражданскую позицию. Я не согласна с тем, что, во-первых, ввели комендантский час, никаких возможностей в комендантский час, и то, что положено, правительство наше не выполнило. Люди сидели в закрытых помещениях, многодетные семьи, голодные сидели. Правительство не оказало никакой помощи. И сейчас, когда отменен этот комендантский час, нас опять ограничивают. Нас ограничивают во всем. То есть люди не могут выйти на работу. Ладно, хорошо. Я пенсионер. Мне нет необходимости выйти на работу. Но у меня душа болит за тех людей, которые с большими вот такими долгами сидят, живут на съемных квартирах. И у них нет возможности не только приобрести себе питание. Ну, то есть, вот куда людям идти, кому обращаться? Нас правительство бросило. Меня это очень волнует, я переживаю. Не знаю, как там в правительстве, как в Дюбургу-Пинеш. Они, по-моему, заинтересованы только получать какие-то транши от всех и эти транши распиливать. Я это говорю безбоязненно. Как есть, так оно и есть. Так что вот это мое понимание, и в конце концов должны найтись люди, которые будут болеть за своих, за свой народ, за свою страну, а не распродавать ее всем подряд.